Минуту-другую дежурный сидел на корточках, забыв про свою службу, устало смотрел в огонь, дотягивая цигарку, затем потряхивался и заглядывал в налитые водой котлы, в одном из которых плавали листья лавра, и по дну черным крапом темнел перец, отчетливо видный и не растворившийся еще в горке крупной соли. Пробная порция приправ, заправка и доводка ухи до полного вкуса произойдет после. Вывалив из корзины на приплесок еще живых, но уже вяло пошевеливающих стрелятых, дежурный крепко зажимал голову крупного пьяно бутующего налима и через жабры вынимал крылатого развернутую медово-желтую печень позднившему Максу. Большой начальник, принимая рыбу, не замечал тряпично просевшие, сморщенные, только что вроде бы расширившиеся родами, пузы пятки налимов. Нарушение, конечно, без Макса и налим никакой цены не имеет, но поперек артели не пойдешь. Артель — сила.